И снова мы с вами на футболе. Всем привет! Для вас работают сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. В этом матче я не возьмусь угадать победителей заранее. Все покажет игра. Дамы и господа, все внимание на поле. Питер Панна против Блэк Кэтс. Спасибо, Георгий. Всегда здорово работать в такой атмосфере. Полный стадион, поле в идеальном состоянии. Ничто не должно помешать командам показать лучшую игру. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Достаточно взглянуть на состав команды Питер Панна, и многое становится понятно. В воротах Эдвин Ван дер Сар. Вирджил. Извини, что прерываю. Это отличный шанс забить. Опасно было, но вратарь на месте. Рут Гуллит. Отлично вратарь сыграл в самом начале встречи. Потащил мертвый мяч и оставил нули на табло. Ну а теперь давай посмотрим, как они проявят себя в атаке. Мбаппе. Удар нужен! Супер отбор! Ди Мари. Ответственный матч для него сегодня. Первая игра за новый клуб. Очень важно провести ее на хорошем уровне. Как думаешь, получится? Думаю, это именно тот тип нападающего, который требовался команде. Теперь должны наладиться у них дела в атаке. Навес точно в руки вратарю. Ди Мари. Ди Мари. Мбаппе. Нет больше мяча у Питер Панна. Отличный пас он отдает. Могло получиться очень опасно, но передача игроку, который находится в офсайде. Хотели как лучше, но фальстарт все испортил. Хотя изначально все выглядело перспективно в этой атаке. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Санчеш. Хороший пас, очень хороший. Здорово сыграно в отборе. Аут. Рут Гуллит. Атака прервана. Хороший перехват. Ришарлисон. Кака. Мбаппе. Мяч потерян. Надо перестраиваться. Хороший по задумке пас. Мбаппе. Дар! Ну, тут что-то совсем непонятное он изобразил. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать. Но он пробил куда-то совершенно не туда. Потрясающий перехват. Атака была крайне опасной. Пас на Яя Туре. Дальше нам Мбаппе. Есть удар! Голкипер на месте, справился с ударом. Нет подачи в штрафную, играют на коротке. Антонио Рюдигер с мячом. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. 1-0 в нашей игре. Неймар. Дальше нам Мбаппе. Надо сравнивать. Забивай. Гол! Совсем мало времени прошло, и счет опять стал равным. Счет снова равный, 1-1. Ришарлисон. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Кака. Ферлан Менди. И мяч снова у них. Санчеш. Яя Туре с мячом. Отличная верховая передача. Санчеш. Это Рут Гуллит. Ди Мари. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось.
Нури Шрайзе! Гол! Они снова впереди. Счет 2-1. Ренато Санчеш. Кака. Отличное оборонительное действие. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Сейчас хорошо играет вратарь, уверенно накрывает мяч. Смело сыграно. Только так можно было спасти свою команду от гола. Кака. Неймар. И пас точно сопернику. Жуан Канцело. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака это сложиться. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ришарлисон. И на этом первая половина матча подходит к концу. Впереди небольшой перерыв. Вторая половина матча началась. Санчеш. Ферлан Менди с мячом. Это был отличный удар, но мяч изменил направление. Ришарлисон. Ришарлисон с мячом. Отличный пас на ход. Но все-таки пас перехвачен, мяч не доходит до адресата. Держит мяч у себя, играют в короткий пас. Алло, вы же тут не одни. Побеждать достойно нужно. Может быть, в футбол сыграем, а? Здорово играет в отборе. Ренато Санчеш. Кака, проникающая передача. Санчеш. Жуан Канцело. Ляо. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Мяч в центр штрафной летит. Каким опасным мог быть этот удар? Отличный отбор мяча. Избавляться от мяча сейчас надо. Каптевилла. Ришарлисон. Ашраф Хакими с мячом. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Анхель Ди Мария. Ферлан Менди получает пас. Ренато Санчеш. Ди Мария с мячом. Они заслужили этот гол. Теперь их преимущество составляет 2 мяча. Тем временем у нас 3-1. Крайне плохая передача приводит к потере мяча. Мастерски сыграно. А дальше что? Могло получиться очень опасно, но передача игроку, который находится в офсайде. Хотели как лучше, но фальстарт все испортил. Хотя изначально все выглядело перспективно в этой атаке. Кака. Мбаппе. Может он забить здесь?
Мяч ушел в бал. Пас на Яя Туре. Пас на Неймара. Ришарлисон. Надо пробить! Забрать мяч не получилось. У вратаря он в игре. Не получилось ничего создать в этой атаке. Жоао Канцело. С мячом Ренато Санчеш. Увидел, кому отдать. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Мбаппе. Пас на Неймара. Ришарлисон. Неймар. Вратарь не забирает мяч, и можно играть. Гол! Сначала вратарь спас команду, но потом он уже ничем помочь не мог. Счет 3-2. Смотрим дальше. Яя Туре. Соперник перехватил мяч и может начинать атаку. Мбаппе. Пас на Неймар. Ришарлисон. Пас на Ренато Санчеша. Неймар. Все могло быть гораздо опаснее в этой атаке. Ляо. Санчеш. Есть пространство перед ним. Получилось у вратаря сыграть на опережение. Хороший момент. Хорошее спасение, я бы сказал. Игра на выходе сейчас оказалась очень кстати. И это может быть их последний шанс спасти игру сегодня. Можно забивать здесь. В последнюю секунду мяч выбит. Около 8 минут до конца основного времени. Жуан Канцело. Классная передача. Точно на ход партнера. Очень вовремя отбирает мяч. Позиция была убойна. Пока что непонятно, как закончится этот матч. Сейчас хозяева ведут в счете, но одна успешная атака гостей может все изменить. Им в любом случае нужно максимум внимания уделить в обороне. Два мяча соперник уже забил, а где два, там и три, может возникнуть буквально из полумомента. И не нужно забывать о своей атаке. Может быть, гораздо спокойнее будет попытать счастье впереди и попробовать увеличить преимущество. Если игроки побеждающей команды думают, что сейчас они типа крутые, такие играют в тики-таку, то нет, это не тики-така, это баю-баюшки-баю. Атака очень перспективная. Ну же, последний шанс вырвать ничью. Ван Дайк прерывает этот навес. Ришарлисон. Пас на Неймар. Ренато Санчеш. Мбаппе! Это было очень опасно. Если бы мяч его не задел, то залетел бы в ворота. Возможно, это последний шанс забить для них. Довели дело до удара, но застать вратаря врасплох не удалось. Он был заранее готов к прыжку. Опасно угловой выполнить не получилось. Вынос. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня. И он фиксирует...